Вот уже более 3 лет здесь творят под девизом «Театр для всех». ЭСА объединяет профессионалов и любителей, актеров с различными физическими ограничениями. Сегодня, когда людям по всему миру не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости, первый в Азербайджане инклюзивный театр начал реализацию нового проекта. ЭСА покажет спектакли для всех желающих в онлайн-режиме. Видео будут размещены в открытом доступе на странице творческого коллектива в Фейсбуке. Первый такой показ пройдет уже в эту субботу, 28 марта в 20:20 стартует трансляция спектакля «Синяя птица». Показы будут проходить в онлайн-режиме, после чего и зритель уже не сможет посмотреть его в сети. Театр — это живое искусство. Обычно актеры играют в реальном времени. Аплодисменты, поклон. И чтобы посмотреть постановку, вновь нужно снова прийти в театр. Так и здесь, если вы захотите посмотреть спектакль онлайн, снова нужно ждать следующего показа. Учитывая все это, наши постановки будут показаны с короткими перерывами. Если это вызовет достаточный отклик, мы можем показывать спектакли по нескольку раз в день. Учитывая, что многие сегодня работают из дома, показы решили проводить в выходные. Всего до конца апреля в онлайн-режиме будет показано 6 спектаклей. Это постановки по произведениям мировых классиков Джона Стейнбека, Мирзы Фатали Ахунзаде, Мольера и Мададина Насими. В Азербайджане предприняты серьезные меры для нераспространения коронавируса. Граждан призывают не выходить из дома без особой необходимости. Закрыты места большого скопления людей. Вот уже почти месяц не работают театры. Но мы решили не останавливаться. Осваиваем интернет-пространство, показываем спектакли онлайн и таким образом пытаемся поддерживать наших зрителей. Всего у нас 6 спектаклей, и все они будут показаны в разное время до конца апреля. Сейчас коллектив работает над новым спектаклем – постановкой «Маленький принц» по одноименной повести Экзюпери. Режиссер спектакля – артист Государственного театра «Юх» Абдулгани Алиев. Репетиции должны были начаться в марте. В связи со сложившейся ситуацией, насколько возможно, мы продолжаем работать онлайн. Конечно, есть некоторые трудности, ведь театр – это живое искусство. Пока что мы делимся идеями, придумываем, как это будет выглядеть. С Абдулгани Алиевым мы знакомы очень давно, и я думаю, это будет очень интересный опыт и для наших артистов, и для наших зрителей. Премьерой «Маленького принца» ЭСА планирует открыть новый театральный сезон. Лейла Курбанова, CBC.